И всем привет, с вами я, Александр Сучков. И сегодня я играю в Counter-Strike Global Offensive. И сегодня... Так, нет, ну ладно, пусть будет звук этот, так останется. Хотя ладно. Мы сейчас начинаем наш, опять же, стрим. Так, ладно. Выбираем оружие, которое нам нужно сегодня. Давайте я выберу по... Не знаю, по качеству давайте тогда. Сразу все меняю. Все заново поменяю, чтобы было все красиво. Так. Так, дальше сюда. Вот. Чтоб самые нормальные оружия были. Так. То есть я сначала для команды КТ сделаю так. Нож будет у меня. Это специальный мод мой новый. Я его показывать в этом стриме не буду, но ладно. Так. Так, это мы заменили, да? Так, здесь тоже ножи мы меняем. Чтобы были покрасивее. Так, это такое. Это Азимов пусть будет. Это такое. Анубис. То есть это мы вообще менять не будем. Вот эту вот штуку. Так, приступаем к винтовкам. Винтовки это у нас... Фамас, Джин, а М4А1 это у нас. Вы не хотел бы брать? Не хотелось бы брать мне его. Видимо, придется, потому что оно самое крутое. Потому что оно мне как-то не нравится. Ну ладно. Так, здесь я беру хамелеон. Здесь я беру этот, потому что из винтовок он самый нормальный. Так. Так. Вот это вот оружие я как бы менять не буду, потому что это все-таки керамбит, ребят. Не буду его менять. Вот так все, наверное. Так, здесь у нас такое, такое, такое. То есть ничего здесь не изменилось. Так, вот здесь галочка такая. Меняем. Так. Здесь. На розовое такое. Поменяю. Из винтовок поменяю Галил на такой Галил, а автомат на такой автомат. Опять вернусь к тем видео, которые я вот такие коллекции выкладывал. Так, здесь такая, ну то есть самое крутое выбираю. Так, ну это все, наверное. А, ну и да. Может вы когда-то слышали вот это вот в моих видео, но они точно там были. Так, ладно. С этим мы закончили. Наклейки я не буду клеить, они мне нафиг не нужны. Так, ладно. Так, окей. Пока все это грузится, я пока что найду игру. Поиск сообществ. Сейчас будем искать сервер. Так, я сейчас быстро отключусь, я напишу здесь одно сообщение и вернусь в игру. Подождите. Так. Так, ладно. Секунду. Так, ладно. Сейчас я включу сервер. Я здесь ввожу аккаунт-пароль. Сейчас, подождите. Сейчас я все введу. И мы поиграем. Так. А вот теперь я забыл почему-то аккаунт-пароль свой, не? Да, вроде забыл. Сейчас вспомню. Короче, просто подождите. Так. Играть мы сегодня не будем в... Если в прошлый раз мы играли в 35 хп, то на этом стриме я хотел бы сегодня поиграть в таких интересных картах, наверное, которые реально будут интересны. Ладно, мы сегодня будем играть на обычных картах, я так думаю. То, что так будет. Но вообще я хотел бы вам показать, как я прохожу инструктаж. Наверное. Все-таки надо пройти его. Хоть я давно его не проходил, но, наверное, надо пройти его уже. Уже. Так, ладно. Сейчас загрузится здесь. Так. Ладно. Так, что-то... Подождите, у меня тут что-то заглючило. Не, у меня не заглючило, у меня загрузка просто. Так, играть я буду за КТ, я так понял, да?
The инструктаж. Я его прошел. Конечно, не полностью, ну, ребят. Так, ладно. Включаю вам экранчик. Так, ладно. Сегодня мы будем, ну, я не знаю, пробовать играть заново. Вот, считайте, я начал заново Counter-Strike, ребят. И сегодня я буду играть в инструктаж. Ну, на стриме еще что-нибудь будет. Так, у меня почему-то поменялось вот эти мои желтые хрени. Ну ладно, сейчас я как-нибудь это отключу. Так. Да ладно, там что? Там уже настройка же. Так, как-нибудь сделаю. И все. Так, берем наш этот и стреляем. Так, прицеливаемся. Так. Так, наверное, да? Наверное, да. На стандартном, конечно, неинтересно что-то играется, да? Так, окей. Так, что мы теперь должны делать? Так. Я сколько раз уже проходил этот инструктаж, никогда не понимал, как пройти последнюю часть. Точнее, я ее проходил, но зачем она нужна, я так и не понимал. Так, это свой, это чужой. Это свой, это свой, это чужой. Это свой, это чужой. Это свой, это чужой. Это чужой. Все, мы пятерых убили. У нас даже 8 патронов осталось. Как вы видите, я теперь играю сейчас с худом, он внизу, у меня 100 хп и 0 брони. Так, берем опять наш этот. Я согнусь так. Так. Все, 15 набрали. Так, ладно. А теперь-то что надо сделать-то? Не понял. Да ладно. Ну? Ладно. Давай. Да ладно, да вы что? Че, серьезно, что ли? Ладно. Так. Вот куда-то туда надо стрелять, чтобы победить. Ладно. Так. Как подпрыгнуть туда? Ладно. Окей. Так, ладно. Так. Опа, вся. Yes. Можно на диванчике посидеть. А, нельзя. Ну ладно, сам супер. Так, что? Все? Я думал, вроде еще какой-то задание будет. Ну ладно. Следующая дверь. Дальше у нас М4А1 будет. Или М4А4. И обычный пистолет. Глок. Да? Или что это такое? А, это 5-7, извиняюсь. Да. Понятно. Давайте. Все. А, опять заново, давайте. Перезагрузить мы. Так, блин, забыл. Да ладно. Серьезно? Давайте. Ладно. Не повезло мне в этом. Так. 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 Давай же. Yes. Все? Нас выкинули, да, отсюда? Пошлите. Вот это вот мне нравится задание, потому что здесь есть гранаты. Их, конечно, дофига. Но за карту нельзя запрыгнуть, я так понял. Так, манекены есть и какие-то мячики, да? Или арбузы. Так, ладно.
Так, здесь тоже что-то есть. Ладно, сейчас все посмотрим здесь. Так, а там есть. Что там у нас есть там? Там дальше следующая дверь. Но так как мы играем по времени, то есть наш инструктаж по времени, да? Давайте возьмем гранатку, несколько гранаток и бросим. То есть бросаем сначала под того, что там. Вот так бросаете и убиваете его сразу. Это первого. Первого, кого надо убить. Следующего... Ой. Да, конечно, это... Ну ладно. Хоть это и было круто, но ладно. Так, вот... Блин, а как так-то? Как-то я убивал так, вроде. Нет? Да, вот так он всегда отлетает. Так, остальных я тех вот так бил. Вот так просто, чтобы они отлетали. О, один даже сюда вроде залетел, нет? Так. Арбузики. Арбузики разлетелись. Так, еще одна машина. Давайте. Не, ее походу уже... Нельзя. Нет, не взрывается она. Так, дальше у нас идут какие-то такие. О. Кстати, да, отлетела, смотрите, банан отлетел. Или что это такое было? Я даже не понял. Так, и последнего вот так. Да, а, о, залетела все-таки. Какие-то ноги залетели. И... Еще ноги или это рука? А, вот еще. Какой-то парень. Ладно, пошлите дальше. Там где-то бомба была вроде. Ставить бомбу. И также ее разминировать. Давайте. Так, идем сюда. Я что, вернулся заново сюда опять? А, нет, это другая комната. Вроде как. Так, это я не буду перепрыгивать даже. Так, у нас есть обычный глок, 18, ребят. Так. Что здесь надо делать, я такого не понял. Так, за 3 секунды, ребят. Это рекорд какой-то. И что? Граната. Давай. А где? А что надо было сделать-то, я так не понял. Вот и все, ребят. Нас даже не профлешило. Ну что, все? Это все? Пошлите. Во, вместе с бомбой. Круто. Конечно, они как-то неправильно поставлены, если честно. Так. Ладно. Кстати, тут должно интересное что-то быть написано, если, конечно, прочитать вот это здесь. Parallel Forever какой-то этот. Ладно, берем бомбочку. У нас опять почему-то появился наша карта появилась. Ну ладно. Нам нужны бомбы. Стоп. Паркур. Блин, нет, подождите. Как-то я вот так подпрыгнул и попал туда. Потом я залез вот сюда. В эту штуку. Но, видимо, не получается. Так. Дальше что? Пошлите на Б. Так, я вроде должен что сделать? Разминировать или как? Да. Ну давай. Так. Опа. Все, без сапера прям. Мастер. Че, все? Ничего больше нет. Все? Well. Кто там сидит, наверное? А, не. Это просто игра немного заглючила. Вот все оружия, которые стандартные есть в Counter-Strike Global Offensive, смотрите. Вот. Все стандартные оружия здесь есть. Кстати, я, наверное, скрин сделаю из этого. Ну ладно. Я пока что это делать не буду. Так, все, нас закрыли опять. Круто. Да, нас закрыли. Все-таки там кто-то стоял, наверное. Так, здесь что? Так, здесь закрыто. Здесь что?
Здесь какие-то тоже штуки. Здесь какая-то... Здесь кто-то молоко оставил или что такое? Да. Так, и там нам не надо ничего. Так, ладно, все. Дальше продолжаем проходить эту миссию. Ну, почти что миссия. Так, выбираем любое оружие. Мне нравится АВПшка. Хоть и обычная, но ладно. Так, гранатка. А, и обычный стандартный такой. Этот. А, стоп, это же этот. Это же эти. Как их? Понятно же, что это эти. Да, да. То есть, по-любому я их не убью, да? Угу. Все, потренировался, можно начинать. Че, можно патрон взять, нет? Окей. Так. Пока что все. Так. Так. Так, все. Где дверь? Где? А. Ладно. Что-то я запутался немного. Да, немного залагало, но ладно. Все? Че, еще кто-то? Кто где? Все, 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 все. Свой. Да там никого нет. Или кто-то был? Нет? Так. Так. Давай. 55 секунд, даже минуты еще не вышло. Круто. Так. А, компания. 35 секунд. Я 55. Ну ладно. Ну ладно. Все. На этом, наверное, надо заканчивать. Так. Exit. Exit это туда, да? Так, здесь мы выходим. Нажав ОК, вы закончите тренировку и вернетесь в главное меню. Да или нет? То есть ОК или отменить? Я даже не знаю. ОК. Давайте нажмем. Так, если вы не готовы сразиться с другими игроками, рекомендую попробовать с ботами. В классическом режиме вне сети. Удачи. Почему вне сети, я не знаю, хотя можно создать сеть на моем сервере. Хотя я не знаю, я буду играть с нормальными игроками. Ну а сейчас я, наверное, просто уберу вот это вот все. Вот это просто. И сейчас просто введу свой аркон заново. То есть мы поиграли в инструктаж. Теперь нам надо поиграть во что-то другое. Так. Так. Забыл, как называется та, блядь, карта. Нахуй. Так, блядь. Ладно. Ребят, короче, мы сейчас попробуем поиграть на АВП карте. Так, блядь. Мап. Нет. Давайте. Я не понял, как создавать. Сейчас. АВП. Давайте на АВП карте. Поиграем. Давайте на АВП Лего поиграем, ребят, сегодня. Мы будем играть на игре АВП Лего. Мы будем... Ну, тренировка, можно сказать, это будет. Не знаю, как это по-другому еще назвать. Ну, наверное, будет круто. Так что давайте, давайте нажмем. Так, мы зашли, то есть никого здесь нету даже, да? Да и вообще никого нету. Я думал, хоть кто-то добавится, нет? Нет, никто. Никто, никто, никто. Так. Я не понял, а вообще кто-то вообще будет играть или нет? Так, сейчас. У меня что-то залагало просто игра. Я сейчас подключу экран. Честно, я сейчас подождите, это такое. Изменю здесь кое-что. Так, сервер. Давайте. Нормально будет сервер тогда, ладно? На обычном мы поиграем сегодня. Мы, то есть, никакой не будем делать. Просто обычный сервер. Хотя можно было соревновательный. Хрен знает. Ладно, давайте обычный сделаем. Хотя соревновательный тоже можно было бы. Ну, я не знаю, ребят, правда. Ладно. Получится сейчас, правда, ребят. Так, ладно. Сегодня мы все подготовим, все сделаем. Все, короче, будет очень даже круто. Так, нет. Нет. Выйти.
У меня что-то не создается сервер, и это, наверное, проблема не в том, то, что я там неправильно что-то делаю. Так. Так, ладно. Мэп. А, ну... А, ладно. Пофиг. Вообще, по идее. Не знаю, у меня почему-то сервер сейчас не создается, написано то, что там какая-то ошибка идет. Ну, я не знаю. Сейчас попробую, ребят, подождите. Я потому что создаю сейчас игру, а у меня она просто не заходит, блин. Вот это, конечно, минус. Пишет такое этот. Сервер в данный момент недоступен. Ага, а когда он будет доступен, и сейчас надо играть. Ладно, мы сейчас все попробуем. Я сейчас попробую все-таки включить. Я сейчас все сделаю. Ладно. Короче. Так, сейчас зайду. Зайдется вообще у меня или как уже на этот сервер? Я могу зайти, но там без подключения игроков в сервер. То есть вообще никак. Ребят. Вообще. То есть вообще не работает, ребят. Вообще не работает. Просто вообще не работает, блин. Вообще охренеть. Сервер, конечно. Так, ладно. Итак, давайте еще создам все-таки этот сервер. Ладно. Я создаю соревновательный сервер. Если надо, заходите, в общем. На вопросы, если не буду отвечать, наверное. Ладно. Создаем сервер. Играть я буду за КТ. Так. Так, ладно. Так, ладно. Угу. Да? Так или значит? Ну ладно, ладно, ладно. Так. Так. Окей. Так. Ну вообще, в данный момент все понятно. Сейчас, секунду. Так, нет, что-то не работает, ну ладно. Как бы пофигу сейчас. Сейчас все сделаю. Так, ладно, все, я включаю экран, ребята. И мы играем сегодня на АВП Лего сервере 2. То есть я играю с АВП Азимова. Вы видели, как я настраивал все. У нас здесь есть еще дигл, если надо будет. Если надо будет стрелять. Так, этих мы всех убили. Вот смотрите, вот такой у меня дигл. Я все заново поменял на самое крутое оружие, которое у меня есть. Кстати, ребят, вот насчет рук. Вот вы меня постоянно спрашиваете в комментариях про руки. Ребят, да, я знаю пара руки, и почему-то идет разминка, хрен знает почему. Дело в сервере, наверное. Ну давайте сейчас еще два раунда, я поменяю карту. Вот смотрите, вот что это такое? Вообще, это смотрите, поменяли... Они поменяли руки. Просто смотрите, они даже блестят. Значит, будут перчатки. Это уже понятное дело. То есть дело не в самой этой штуке, дело в этих перчатках. Потому что реально их добавят теперь в игру. То есть их уже добавили в игру, но только для соревнований. Точнее, только для турниров в Counter-Strike Global Offensive. А в игру не уверен, что их добавят. Но, ребят, все-таки мы сейчас играем с подписчиками. Опа, нет. У нас играют 5 подписчиков наших. Так. Остальные не знаю кто. Давайте все последний раунд сейчас. Потому что серьезно, вот что такое, я даже не знаю, происходит сейчас. Так. О, АВП Азимов валяется. Давайте зайдем тогда, ну я не знаю, ну что тогда. Зайти-то. Ой-ой-ой-ой. Че вы с ножами что ли все вышли-то? Че вы с ножами-то вышли? Блин. Давай. Блин. Опа. Еще кто? Да вот этот чак выйдет. Я-то знаю. Давай. Вот и все. Не, я все-таки не буду, наверное, на нем играть. Давайте М-мап. КС-ка. Агенси. Агенси пусть будет у нас. Мапка. Так. Я не знаю, что это за карта. Я на ней играл, может быть, всего один раз.
Ну, карта реально супер, можно ее называть таким. Сейчас попробуем, ребят. Сейчас запускается у нас мир. То есть все сейчас будет у нас. Кстати, я не знаю, сейчас вообще работает. А, да, все работает. Так, вот наш агент, то есть сейчас все загрузится, просто у меня немного лагает игра, реально, это что-то у меня с интернетом все-таки, с Wi-Fi, ну так что я не знаю. Так, ладно. Мы все, в общем, попробуем. Ладно, заходим за КТ. Оу, ну ладно. Чё, квоты не будет, нет? Чё, нет? И автотима не будет сегодня, что ли? Я так понял. Ладно. Короче, мы играем сегодня в командную игру, то есть соревнования, типа, можно сказать, даже турнира, ребят. Но мы играем с подписчиками сегодня на карте Агенси. И мочим. Блин, да. Без прицела мочу. Блин, всех замочили. Один я остался. Давай. Давай. Ах ты, тварь. Да блин. Вот тебе. Очень даже крутая карта. Я не знаю, может на ней скоро будет. Как его, турнир? Но вряд ли, наверное. Давай, давай. Давай, ну бас, давай, ты сможешь. Давай. Давай. Одного завалил. И второй такой идет. Опа. Опа, все. Завалил его. Так. С ножом быстрее будет идти. А так медленней. Так. У меня только пистолет. Так, ну туда я падать, наверное, не буду, нет? Я же не буду туда падать. Давай, братан. Давай. Так, давай. Давай. Мы все сможем. Давай, 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 давай. Давай, я тут всех перебил уже. И наших тоже перебили. А я забыл, где я шел-то. Где я был. Он точняк уже на спавне, да? Ребят. Так. Блин! Я тебя поймал. Патроны. Извиняюсь. Ну ладно, все равно я затащил уже. Так. Так, ладно. Так. А так всегда? Что-то... Что такое было? Я даже не понял. Вот эта карта очень даже крутая, смотрите. С воем идем. Такой. Идем. Давай. Ребят, вот так вот выглядит вой. Самый настоящий, самый не фейковый, самый оригинальный, не сломанный. Вот такой вот вой. Кто его не видел еще? Тихо. Враги могут быть здесь. С крутыми пушками. Так, здесь никого. Внизу есть кто? Внизу нет никого. А, ты свой, извиняюсь. Хорошо, что я в тебя не попал. Попал туда. Ладно. Че ты не берешь ты его? Go. Бартан, go. Друг. Побежали. У нас патронов мало. Ну, вот так вот надо. Воевать. Ребят. Не, я подожду еще, наверное, вот эту штуку. Может, там кто-то выбежит. А хрен знает, как этот его сходил. Непонятно где. Ну, ладно. Так. Ну, я помедленнее, наверное, буду идти, потому что в прошлый раз меня просто не убили чуть. Так. Я иду. Иду. Тихо. Вот и все, ребят. Очень даже просто. Убиваем врага. Видели мастера в игре?
Здесь вот такая вот у нас командка, вертолет летает. И нас всего пятеро, их пятеро тоже, ребят, мы играем с воем. Кроме вот такого воя, желтого оружия нет в игре. Голдовского. Оно единственное золотое оружие в игре. Так, из гранат давайте я куплю зажигательную. Вообще, если она будет, нет, не будет. Ладно. Буду без гранат ходить, чё. Чё вы делаете? Глючите только карту. Я с вами. Ха-ха-ха. Не знаю, что мы делаем, но это круто было. О, все куда-то разошлись. Дверь закрыта. Я иду! Прикрывайте. Ой, извиняюсь. Ладно, пошлите. Тихо, 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 у меня граната. Блин, залож! Заложа чуть не убил. Yes. Прям, смотрите, он заложа взорвал. Офигеть. Это было, конечно, очень сильно. Я иду первый, чё. И чур я пойду через ту штуку. Видите, какое здание? Прикольно. Заходите на мою карту, точнее на мой сервер. У меня их дофига, у меня три сервера в Counter-Strike Global Offensive. Заходите, играйте там. Давайте. Смоук. Пошли. Так, одного. Идем, идем, идем. Заходим. Такие крутые ребята. Идем, идем, идем. Сюда. Так. Не, не, работает эта штука. А если я выпрыгну, ничего не будет? Хотя я даже испытывать не буду. А то моя команда сразу проиграет. Не хочу так делать. Так. Двое стелс, говоришь? О, двоих! В хэдшот! Вообще охренеть. Вообще было это, конечно. Кстати, здесь написано Харегу 69А. Да, это прикольно. Давайте, ребят, один у нас снайпер, и остальные все с автоматами. Прикольно. Хотя один с Сейгра сам ходит. Молодцы. И ни у кого нет глушителя. У него вообще этот модифицированное оружие. Я же молчу. Давайте, пошлите. У меня только нож. Давайте, идем. У меня мраморный градиент, давайте. Все на меня. Так, здесь никого нету. Было бы эффектнее, если бы он упал туда, в окно. Так, я посижу здесь, по кемперю. Интересно, что будет, если упаду? Я просто его... Интересно. Я там где-нибудь приземлюсь или как? Я жну бас. Ладно. Ого. Там кто-то серьезно хотел меня убить. Точно, заложник. Пошли пробежимся. По карте. Поищем врагов. Наверное, здесь будет турнир следующий. Все-таки. Я посоветую своим организаторам эту карту. Она должна понравиться им. Потому что реально очень интересная карта. Есть места, которые никто, не каждый знает. Так, что, никого нет? Не попадешь! Не попадешь! Не попадешь! А я попаду. Yes. Охренеть! Он в заложника попал, а в меня нет. Да. Это было, конечно, страшно. Ладно. Так, ну у нас никого нет. Один вон взял АК-47. Обычный. Ладно. Я пойду за снайперской винтовкой. А, они что, все пошли туда? Ладно. Я с вами. Ребята, я с вами. У меня нет гранат.
побежали. Не пали в нас. Ладно. Так, меня еще никто не убил за... Никогда. Еще. Так. Давай. Пошлите. Хотелось бы, чтобы закачалось нормального качества это видео. Точнее, стрим. Выходим. И опять они там будут сидеть где-то, да? Да вы что, серьезно что ли? Нифига. Пошли нафиг. Двоих завалил. Берите, заложа лучше. Эй, давайте. Опа. Давай еще. Ну, не, ладно, не попал. О, у меня сохранились жизни, у меня 150 хп. Нет, изменились уже. Трудно быть, конечно, сложно быть админом сервера. Когда ты спасаешь команду, еще ты когда мастер, вообще охренеть. Никто меня не может убить, короче. Так, ну здесь я что, ничего не буду, наверное, брать. Нафига мне это надо? Только если... Хотя нет. Нафига он мне нужен? Хотя... А, он мне не покупается. Почему-то. Не знаю почему. Что ты все прыгаешь здесь? Давайте. Я прикрою. Я с тобой. Давай. Пошли. Ну что он там сидит-то? Да он там. Блин. Ребята, я его попал вроде. Или меня ранили. Ты живой? Блин. Офигеть. Да вы чё? Давай. Тихо. Тихо. Блин, заложа ранил. И себя немного. Ах, ну ладно. Хм. Что там есть кто из наших? Живой еще кто? Вот так сделаю. Чтоб интересненько было. Так, ну у нас опять там сидят, да? Че, наши выиграли? Опять? Я здесь же заложа принес. А вы что, без заложа играете? Как я понял. Да? И не проигрываете, видать. Все одни и те же берут оружие. Офигеть. Какая команда-то подписчиков сегодня. Следующее видео будет турниром, ребят. Мы поиграем против команды... Не знаю, какой, наверное, не Эрекс. Я не знаю, какая будет команда. Давай! Давай! Да ладно! Почему они меня не ранили? Офигеть! Не убьешь ты меня. Давай. А я пошел. Опа! Да вас там четверо, охренеть! У меня так патрон не хватит. Блин, ребят, у меня. Я ранен, ребят. Я не могу проиграть в этом видео. Не могу. Просто не могу. Я просто буду брать и кемперить. Медленно, медленно. Как учили меня. Заходишь и кидаешь нафиг эту гранату. Чё, сорвалась? Нет? А. Чё, буду брать или как? Эту штуку-то. Где она была-то? Нет. Вот. Негив. Из гранат я возьму эту. Пошлите. Круто. Крикун. Так, тихо. Заряжаем. Ты куда ты бросаешься-то? Тоже. Набрали тут световых-то. Гранаток. Тихо. Ну, yes! Попал. Я попал. Че, кто-то тоже взял? Видать, да.
кого-то тоже, наверное. Давай-ка. Мужики, пошлите. Залож у меня, давайте. Заложники у меня, давай. Да, достали. Опа! Мастер. Я допрыгнул! Да, я допрыгнул. Не знаю, убил кого, не убил. Видать, да, убил. Так, ну давайте АВП-шку все-таки возьмем. Все-таки напоследок в этой карте поиграю с АВП-шкой. Хотелось бы. И надо менять карту нафиг. Потому что, наверное, вам она уже надоела. Так, ладно. Гранат я опять не взял, потому что они мне не нравятся. Все сюда. Сюда. Он у меня на прицеле. Хотя у меня нет прицела. Ай, нифига не видно. Все. Да вообще, по идее, они сами разберутся, не? Так. Давай, только выйди. Умный, что ли, самый тут? Опа, ранил его. Да блин. ХП теряется. Да ладно. Не попал я в них, ребят. Соуп это. Давайте, я иду. Я выхожу. Давайте. Все, ребят. Надо точно менять еще карту. Срочно, прям, ребят. Потому что я не стал тащить здесь уже. Так. Так, map. Забыл, как пишется. Map. КС. Д вроде было. Даунтаун, да? Второй. Мы перемещаемся на даунтаун, ребят. Нижний таун. Версия вторая, но Б2, я не знаю. Потому что две бомбы или два заложника, я не знаю почему так назвали. Так, все, заходим, давайте мы все-таки за ТТ, точнее КТ. Беру я свой дигл и чё? У тебя наша команда-то? А. Так, окей. Долго ждать-то? Нет? Чё-то опять залагало, не? Видели? Немного лагает игра. Зачем вам вы гремите, что-то делаете, нафига? Надо тихо заходить. Чё, всё? Я даже пулей не успел стрелять. Ладно, я пойду через другой. Через другую штуку. Давайте тогда я возьму, я даже не знаю что. Давайте ауку возьму. Люблю ауку. Хамелеон особенно. Мне так нравится. Бам, 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 всех убью. Я пойду через другой ход. Зачем вы туда... Блин. Стали кидаться. Давай. Хоть здесь прицел будет у меня. Ах, не попал. Оружие хреновое. А где он сидит-то? Вот и все, вынес его прям. Кто-то еще? Одного-то я убил точно. Ну что ж. А-а-а, он чуть не убил его, а меня даже не попал. Давай. Да блин. Ладно, давайте. Кину. Туда. Давай-ка. Ну? Будет что-нибудь или нет? А, ладно, давайте. Давайте оружие сменю на какое-нибудь.
Опять же, не знаю. Давайте Фамос. Все-таки Фамос это тоже оружие, ребят. Надо играть с ним. Когда-нибудь. И Дигл надо поменять. Сегодня еще. Тихо, граната. Братан! Его убили! Эй, блин. Я отомщу за тебя. Тут АВПшники ходят. Блин, какие-то злые. Блин. Его убили, ребят. Вы видели? Давай. Пошли. Мы сможем это сделать, друг. Хотя бы с тобой, заложник. Такой, и он на спавне уже, офигеть. Нет, не убьет меня. Круто. Оу, мастер. Давайте теперь какое-нибудь другое оружие попробуем, нет? Давайте нас вот это вот попробуем. И давайте... Не знаю, что попробовать-то. Дуалы. Давайте. Двалы мне нравятся. Вот. Азимов и двалы. Гемоглобин. Круто. Так, такие заходим. И всех сейчас вынесем. Есть кто? Нет? Пошлите. Меня еще ни разу не убили здесь. Во всем стриме. Вы заметили? Так, да. Там вроде кто-то был, нет? О, здесь есть лестница, офигеть. Раньше я ее не замечал. Блин, только ранился. Ну ладно. Эу! Неужели я тебя не убью? Убил. Кстати, вы видели то, что поменялся звук даже оружия? Ладно, давайте бизон попробуем. И попробуем вот это вот. Который вот, вот это вот выносит всю команду, говорят. Вот это вот оружие. Говорят, что им можно победить команду все. Ну это говорят, но, ребят, это я самое главное этим не пробовал и пользовался. Так, давайте. Да, выносит нормально. Так уж. Можно вообще поиграть, наверное? Нет, нельзя. Патроны, патроны, патроны. Чё с патронами-то? Ах ты, блин. Конечно, блин. Офигенно, конечно. Играть так. Так, побежали. Чё, будет патроны, нет, сегодня? Ну нет, патроны, ребят. А чё, наших всех убили, что ли? Или кто-то остался? Из наших, да. Из наших ребят. Я выхожу. Ох, нифига себе, кто-то стреляет. Ох, нифига. Ух ты, гад. Тебе меня не убить. Только выйди. Я тебя из моего мраморного градиента убью. Хотя, может, ты меня видишь, потому что у меня заложник. Чё там сидит-то? Чё он делает? Смотрите. Нифига, он меня заметил. Не попал, не попал. Охренеть, не попал. Да он даже, смотрите, стрелять не стал. У меня не попал, ребят. Он попал два раза, ну понятно куда, в лестницу. Смотрите, вот даже остались пули. Охренеть. Какие же здесь игроки-то играют. Странные, давайте. Ну я даже, вот этот вот давайте возьмем. И вот этот. То есть обычное самое оружие, нормальное. Когда-то, да, я с этого оружия тащил. Да. Зарабатывал себе первого этого... Первое звание. Глобала. Я в нем даже как-то раз... Даже затащил новый этот турнир. Да, было время. Такое. Да, сейчас нифига не затащишь. Стоп. Нет, не стреляет? Ну ладно. Я думал... А вот этого оружия он будет хотя бы как-то стрелять, нет? Так.
Давайте все так хотели. Ну, знаете. О. Опять азимов и еще один азимов. Ребят. Я вообще хотел сочетание попробовать вот это вот P90 и азимова, но не захотел что-то. Так, ладно. Давайте. Давайте. Затащим здесь. Вот смотрите, они кемперят, ребят. Да, это... Как так? Вы это видели? Я охренел. Честно, ребят. Я просто охренел. Да уж. Мы проиграли. Я себе килл пропишу. Не люблю так играть. Давай-ка. Сейчас посмотрим всех игроков у нас тут, которые у нашей команды есть. Так. Так, ладно. Так, ладно. Сейчас все попробуем. Вот, смотрите, как они играют. Молодцы. Так, молодцы-то играют. Как? Так, ладно. Вообще, ребят. Короче, мы сейчас вообще затащим. Так, опять они выиграли. Смотрите, у меня почему-то нож видно. Ну ладно. Да. Смотрите, они все шли в одну. В одну точку что ли шли? Или как вообще они шли? И куда они шли? Просто. Так, вот сейчас я последний раз по им поддамся и начну полностью, ребят, полностью тащить. Это просто случайность, потому что они меня убили. А второй раз, потому что я сам себе килл прописал, ничего. Да? Я хочу на своем сервере этот... Блин, опять! Да вы что? Серьезно? Ладно. Давай, давай, давай. Затащишь. Затащите, ребят. Давайте. Вы сможете. Затащите. Вы ж молодцы, давайте. Оу. Кстати, у нас опять будет турнир, там будет, то есть без всякой хрени, у нас будет турнир полностью без модифицированных оружий и все типа того. Так, и сейчас я, наверное, затащу еще сколько-то раз и все, наверное, надо заканчивать. Давай-ка, затащи за нас всех, давай. А, ну он не затащит, наверное. Вряд ли. Ну да, он убил кого-то, ну ладно. Такое бывает. Иногда. Ну, что дальше? Куда ты пошел? Куда ты пошел, блин? Ты что, серьезно? Ну! Спасибо, братан! Просто затащил, молодец. Красавчик. Гранату только не выкидывай. Все, молодец. Так, сейчас начинает тащить нубас полностью, ребят. Вообще. Сэм семерки давайте затащим. И так вот буду делать я. Потому что я мастер. Давайте. У меня вот мраморный градиент зажидался уже убийства. Давайте, пошлите. Че, вы все сюда что-то пошли? Зачем? Давай-ка. Прикрой. Я перезаряжаюсь. Оу! Как меня там это... Как она хрень... Этого учила, эта хрень инструктаж, блин, учила. Давай. Да, блин, давай же. Так. Давай, перезарядка. Давай, 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 давай. А хрен знает, где он. Ушел куда-то. Куда он мог уйти? Давайте, давайте, берите, берите. Берите, заложи. Ну что же ты? Где ты? Куда ты смотришь-то, блин? Хорошо, что я тебя прикрыл, а то бы нас всех здесь переубивали. Как хорошо, что я заметил еще это. Так, давайте наш Зеус возьмем. Вот это вот все сейчас возьмем. Так, и наше оружие давайте поменяем на... На вой опять.
Потому что я что-то... Воу! Давайте Зевса постреляем, ребят. Это будет что-то. Кстати, я забыл. Блин! Потратил Зевса только зря. Ладно. Так! Так, сейчас затащим, затащим, затащим. Да ты достал меня, Солош. А теперь я что-то реально испугался. Давай-ка. Опа, вся затащила, ребят. Так проще всего хедшот попасть. Я затащил. Просто. Давайте, ребят, последний раунд сейчас. Последний решающий раунд, где я показываю то, что я мастер, и все. На этом мы закончим наш сегодняшний стрим. Следующий будет, может быть, завтра, может, послезавтра. Ну, в общем, ребят. Наша тачка такая SWAT. Прикольная. Так, ладно. Ладно, пойду через этот вход. Все-таки. Гранатка у нас есть. Че, давай, 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 давай. Так. Сейчас всех затащу. Давай! Там кто-то еще сидит. Не высовываемся. Потом высовываемся и нифига нету. Пойду-ка я сюда. Пока врагов-то нету. А где все враги? Что-то, блин, тихо так стало, блин, вообще. Тихо. Тихо подходим, ребят. Ребята, это будет вообще круто. Так, давай-ка, 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 идем тихо, 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 идем. Идем, идем, идем. Давайте мы сможем, ребят. Кто-то там еще стреляет. Кто-то из нашей команды еще живой, наверное, остался. Давай-ка, мы сможем, мы сможем. Все, мы смогли! Остальное не важно, убьют меня или нет. Хотя нет, я его убил, хедшот. Это супер было. Ребят. В общем, все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Если вы хотите поиграть на этом сервере, заходите. IP сервера будет в описании. Заходите, называется Нубас сервер 1. Всего их 3, они поднумерованы. 1, 2, 3. Заходите, на первом сервере я всегда стримаю стримы и всякое разное. Ну, в общем, если вам понравилось это видео, обязательно расскажите о нем друзьям, а также... Не забудьте подписаться и тоже разрекламировать мое сообщество. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте Нубас. Там всякая интересная информация, которая вам понравится. Ну а я продолжу играть в эту игру. Ну а пока что всем спасибо за просмотр еще раз. Всем спасибо за просмотр и всем, в общем, пока. Так, как там? Было-то круто там вообще. Все затащили так круто. Да. Итак, на этом все.